Опасность может таить в себе не только вода. В медицинские учреждения Кузбасса по поводу присасывания клещей уже обратилось почти 25 тысяч человек, из них больше 4 тысяч – дети. Госпитализировано свыше 300 кузбассовцев. Лабораторно подтверждено 15 случаев клещевого энцефалита и 44 клещевого боррелиоза. До 12 июня в неделю мы принимали по 102 человека с покусами клещей. В основном это идут взрослые. Сейчас пошел на спад количество покусанных клещами. Мы за 4 дня приняли всего 20 человек. Также идут это в основном взрослые. Детей у нас всего 2 человека.